Aerocool ATX VX Plus. Недорогой и эффективный блок питания с мощностью 650 Вт. Устройство поставляется в крафтовой картонной коробке и комплектуется кабелем питания, крепежными болтами, проводами для подключения и пользовательской документацией. Корпус изделия выполнен из стали и окрашен в черный цвет. По габаритам устройство не превышает 15 см в длину, 14 см по ширине и 8,5 см по высоте. Задняя стенка блока традиционно перфорирована для отвода горячего воздуха от компонентов. Также здесь имеется гнездо для подключения сетевого кабеля и выключатель питания. Из противолежащего торца выходит пучок несъемных проводов. Здесь присутствуют разъемы для питания любого процессора, два кабеля для питания видеокарты по стандарту 6 пин плюс 2 пин, 4 кабеля для подключения SATA-устройств и даже кабель для питания дисковода. На боковой стороне расположилась информационная наклейка, которая уведомляет о допустимом входном напряжении. Как видно, по основной линии в 12 вольт нагрузка составляет 648 ватт. Для охлаждения элементов конструкции используется 7-лопастной вентилятор диаметром 120 мм, защищенный крышкой-решеткой. По сравнению со стандартной версией Aerocool VX, блок питания с маркировкой Plus отличается улучшенным управлением скоростью вращения вентилятора. К тому же вентилятор работает бесшумно, если нагрузка на блок питания не превышает 60%, а улучшенный трансформатор в обновленной конструкции поддерживает стабильное напряжение при запуске игр. Что в итоге? Aerocool VX Plus – бюджетный блок питания с простой установкой и неплохой производительностью. Такой подойдет для сборки игровой системы начального уровня или мультимедийного компьютера для дизайнерских задач.